Вот на дорогие, на эти узбекские друзья, на сегодняшний день вот наш президент создал открытый гласный выборы. Вот наш председатель этого Данком создал условия нам свободно, без никаких пропок, без никаких ажиотажев проводятся выборы. Я тоже, как гражданин Республики Узбекистан, изъявил желание свое выступить перед узбекскими гражданами. Большое спасибо нашему президенту за нашу спокойную жизнь. Большое спасибо нашему председателю Данкома за создание всех условий для легкой жизни нашей, работы. Спасибо за внимание.